Время платить по счетам. Задолженность магнитогорцев перед трестом теплофикации составляет более миллиарда рублей. С неплательщиками ведется постоянная работа, рассылаются уведомления, начисляются пени за просрочку платежа. Ну и дело может дойти до суда. 1 287 000 000 рублей – таков долг горожан перед теплофикацией. Из них ТСЖ и управляющие компании должны порядка 600 000 000 рублей, примерно столько же магнитогорцы, которые имеют прямые договоры с трестом. Сумма, конечно, более чем внушительная. Между тем, коммунальные неплатежи бьют по самим потребителям. В качестве одного из рычагов воздействия на неплательщиков используется начисление пени. Она составляет 1/300 ставки рефинансирования – это примерно 10% годовых. Однако это еще не самое суровое наказание для должника. Если человек не начинает платить по счетам, то дело вполне может дойти и до суда. За 2018 год было подано почти 9000 исковых заявлений на 900 000 000 рублей. У нас наняты профессиональные юридическая компания ММК «Право», которая успешно выходит в суд. В месяц она подает порядка 500 заявлений. Порядка 300 заявлений подаем мы собственными силами. То есть неоплаченная тепловая энергия не останется. Просьба потребителей – провести оплату и не дожидаться ни отключения, ни выхода в суд.